Спектакль – подарок гостям от воспитанников детского сада, который посещают 150 малышей, нуждающихся в постоянной помощи окулиста. Все они имеют зрительную патологию с серьезными диагнозами. Это и катаракта есть, и нестагма, и косоглазие. У таких детей имеются вторичные нарушения. Это в первую очередь речь, мелкая моторика, ориентировка в пространстве. Поэтому книги, которые помогают улучшить эти навыки, такой важный подарок. Занятия с ними восстанавливают цветовосприятие, учат детей ориентироваться в пространстве, улучшают речь, а главное, позволяют развивать чувствительность пальцев. Такие книги, конечно, огромная помощь для наших детей, потому что, смотрите, какие необычные, яркие, объемные. Могут не только увидеть то или иное событие, тот или иной предмет, но и почувствовать его, ощутить его. Книги энергетики подарили двум орловским детсадам и еще почти двум десяткам таких учреждений по всему ЦФО. Виктория Юркова, Ирина Волкова, телеканал «Первый областной».